Привет. Сейчас в Албании конец января. Решили мы съездить на горное озеро, которое называется Ульза. И дорога интересная, идет среди гор, хотя сама по себе дорога хорошая, нормальное асфальтное покрытие. Ну, есть момент такого серпантина, но это даже добавляет какой-то своей прелести. И вот мы петляем вот посреди этих скал. Пока нам все нравится, с погодой нам тоже сегодня очень повезло. Ветра нет, солнечно, комфортно, никаких пробок не было нигде. Здесь есть замечательная вот такая горная река. Мы пока не знаем, есть там рыба или нет. Все хотим найти какого-нибудь рыбака, а их все нет и нет. Река очень любопытного такого бирюзового цвета. Больше похожа на ту часть моря, которая во Влёре. Добрались мы до озера Ульза, которое в горах. И знаете, вид здесь просто обалденный. Горы, которые отражаются в этом озере. Очень красиво. И вот эти усилия, то, что ехать долго по серпантину, нудно, тяжело, они здесь, конечно, окупаются. Ради этого стоит сюда приехать. На границе этого озера тут стоит плотина. И мы так и узнаем, есть тут рыба или нет. Здесь есть городок, который стоит на этом озере Ульза. Совсем крохотный, буквально несколько маленьких улиц, но настолько аккуратный, красивый, хороший, какой-то вот душевный. У нас все-таки есть подозрение, что в этом прекрасном огромном озере, оно реально огромное, все-таки есть эта рыба. Сейчас здесь пейзаж такой на озере, что кажется, что это все не настоящее, а знаете, как будто какие-то фотообои, что вот можно так вот кулаком бабахнуть. А нет, все настоящее, все натурально, настоящие горы, настоящее озеро, вид настоящий, даже вон та лодка, которая вдалеке идет, тоже настоящая, берег настоящий. Здесь на этом озере Ульза ощущается умиротворение. Очень спокойно, расслабленно, нет никакой суеты, каких-то проблем. Тревоги, они куда-то отступают на второй план. И хочется просто ничего не делать. Друзья, если вам Албания актуальна, я вам оставляю свои координаты. Вот они. Обращайтесь. Не стесняйтесь, если я вам сразу не ответил, то я вам обязательно перезвоню.